Всем приветик по поводу детского сада. Но они тут, блин, пока найдешь. К слову, тут не холодно, где они живут у меня на кухне. Но их пока откопаешь. Ну, вот, получается, один темненький, я так понимаю, черный будет. И, судя по всему, вот эти белые. Вот это может быть золотой. Там тоже беленькие. Я же не хочу их сильно руками трогать. Да я не трогаю детей, я просто чуть откопаю. Вот все, пришла мамашка одна. Здесь вот тоже, видите, вот эти, которые вот, как, смотрятся как первомутровые. Ну, может быть, кто-то из них будет и первомутровым, а может, кто-то и золотой станет. Ну, посмотрим. Я пока не загадываю ничего. Да, уже поразползались. Короче, они на месте не сидят. Но вот эти вот уже, которые самые младшенькие, вот оно. Это я вижу, уже будут белые, наверное. Вот, судя по всему, ля. Все. Расползлись по всему периметру. Короче, вот эти самые старшие, золотухины, они уже ходят по всему контейнеру, я так понимаю. Да, уже потеряла из вида. Вон они. Так что мы растем. О, копошалка маленькая. Ой, чухаются, твою дивизию. Так что будут дети на продажу. Не трогаю. Мамаша, мамаша заботливая. Где ты? Ага, вон еще один. Короче, они еще их поперепрятали. Раз переживались, я их побеспокоила. Вот они теперь проверяют. Но я скажу сразу, я покупала этих товарищей по 400 рублей за физиономию. Но продавать я решила, значит, буду по окрасам. Там один черный, один вроде как коричневый. Под вопросом, будут ли золотые, ну, цены будут распределяться в зависимости от окраса. Будут ли сиамские, тоже пока непонятно. Беленькие-то точно будут. А будут ли сиамские, станет понятно в процессе прокрашивания. Вот, разворошила им все, они тут теперь ревизию делают. Как-то так. После моего визита все бегают, суетятся. Побеспокоила хозяйство, но не буду больше трогать. Растите малышей, занимайтесь.